Доброе утро! Сегодня 12 марта и с вами Камила Хакимуллина. Весна уже набирает обороты, хочется гулять и веселиться. Вот вам парочка идей на вечер. Внимание к сюжетам! Не стой на розовом холме, не дай, чтобы заря твоим чертам грубила. Зачем ты снизошел к оврагам и ко мне? Я узнаю тебя, ты родом из Урбина. Чулпан Хаматова пунктиром. Актриса впервые приедет в Казань с программой, с которой она выступает очень редко. Вечер пройдет в формате монолога, посвящения трем любимым поэтессам Хаматовой – Цветаевой, Ахматовой и Ахмадулиной, под аккомпанемент пианистки Полины Кондратковой. Каждое появление на сцене этой хрупкой женщины с невероятным обаянием дарит зрителям настоящее удовольствие. Фестиваль Центральной лиги КВН «Поволжье». Каждую весну в наш город съезжается множество команд со всей страны и ближнего зарубежья. Не исключением станет и этот год. А это значит, что вечером нас снова ждет отборный юмор от веселой и находчивой молодежи. Очень надеюсь, что вы не пропустите эти события. Но это еще не все. Советую посетить вам замечательный концерт, который состоится сегодня вечером в Казани. Смотрим. Бір минутқа тұптаптын ол әлі Түшіп қолдатырмыш арбасына. Для вас поет Ильназ Гарипов. В его репертуаре как лиричные, так и зажигательные песни о любви, молодости, дружбе, родном крае. Артист сам пишет музыку и аранжировку к своим песням. Не пропустите! Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До завтра!